пятница. Мы приехали на дачу, конфетки взяли к чаю. Сейчас будем готовить салатик. Посмотрите, сколько я набрала огурцов и помидоров. Ну и, конечно, захватила немножечко абрикосиков. Сейчас будет очень-очень вкусно. Наступают вопросы, что я делаю на даче. Занимаюсь ли посадками? Нет. У меня только цветочки, розы и вот такие петунии. Сейчас все общипала, полила. И скоро снова на домик их буду вывешивать. Такая красота. Мы приехали на дачу. Я купила розочки красивые. Смотрите, какие. Гром вовсю гремит. Ну что, помчали делать посадки? Вот такая красота у нас на даче. Сейчас еще посажу вот эти розы. Смотрите, одна двуцветная, очень красивая, красненькая и белая. Прям очень довольна, что наконец-то купила розы в этом году. Их нигде не могла найти. Пока взяла 3 штучки, но думаю, посажу еще. У нас настоящий ливень, ураганище. Что-то мне не до посадок, чувствую, сейчас будет. Жесть. Максим идет спасать мои розы. Смотрите, дождь прямо стеной. Все сырое. Град прямо. Не только дождь, а настоящий град. Ну что, у нас ливень. Мы помчали на дачу к Лене. У них там солнышко, вон лошади скачут. Ослы, козлы, верблюды. Красота. Девчули, смотрите, какое шикарное платье купили мне в Греции, на Крите. 50 евро стоит эта красота, я просто в восторге. И сегодня к нему купила тоже бельишко, очень даже примиленькое. Вверх у меня 900 рублей и низ 450 рублей. Это дешево. Это я в Нью-Йоркере взяла. Обычно вверх за 1,5 беру, низ 500. Тут немножко подешевле, но так круто смотрится на фигуре. Я вот люблю такой V-образный вырез. Сейчас померяю все с платьем. И уже помчу на одно важное мероприятие в шикарный ресторан. И из конференц-зала вам, возможно, немножечко поснимаю то мероприятие, которое буду вести. У нас сегодня будет обучение. Видеосъемочка будет идти в бизнес-зале Вологда. Аналитика. Компания пришла на продукт похудеть. Пришла год назад. До сих пор здесь. Так, потихонечку заходим в наш конференц-зал. Посмотрим, что там происходит. В Турцию-то кто поедет? Конечно. Ищем уютный столик для хорошей компании. Вчера такая, есть неохота только квас пить целый день. А вот там больше. Сиди-ка, сразу видно. Вкусняшки. Все в телефонах. Сегодня в своем любимом магазине я купила пасты. Одна для чувствительных зубов, вторая отбеливающая. И планирую посетить в ближайшие дни стоматолога. Привет. Зашли выпить кофеечку. Какие уники, вкусняшки, мороженое. У нас сыры, смузики. У меня манго, вири, фруктовый. Заскочили быстренько перекусить. Мы сейчас покушали в Бургер Кинге и заскочили, купили вот такой интересный алкоподарок. Сейчас мчим дальше по магазинчикам, на дачу и в гости. Детишкам купили красоты и на дачу цветочки. 6 роз и пион. Мчим на посадку. На дорогу купила себе суши. Пока мчим на дачу, буду пытаться как-то их покушать. Вот такая красота у меня на даче.
Сейчас тоже посажу эти розочки. И пион. Девчули, привет! Сегодня у меня будет запеченный сет. Заказала себе одной. Буду смотреть видосики и кушать роллы. Исправлять свое ужасное настроение вкусняшками. Вот такие две коробочки. Ничего не хочу рассказывать, ничего не хочу показывать, поэтому пошла смотреть видосики. Второй день я без настроения, поэтому разбавляю свою серую жизнь яркими красками. Вот такой красивый ужин у меня сегодня. Салатик с оливковым маслом и черной солью. У нас сегодня рабочка в конференц-зале. Сейчас будем смотреть вебинар. И не только. Здесь посним. Еще вот такая вкусняшечка. Еще и лопухи положи. Ждем еще вкусняшку и девчонок. Очередную красоту купили. И на дачу мчим со своей земли. От 300 до миллиона. А еще вот. Сушики взяли, 3 упаковочки. Мчим на дачу. Покупочки на дачу для Владюшки. Мы приехали на дачечку и привезли очередные цветочки. Фуксия. Ну и купили суши. Сейчас будем кушать и заниматься посадками. Кто куда, мы на дачу. Взяли сегодня аж 4 лотка суши. Дай папе-то поиграть. На, смотри, иди сюда. Вот на эту кнопочку жми. Вот на эту жми. И вот, жми. Мы приехали на дачу. Опять фикс прайс за землей заехали. Мяч купили. Пузыри ребяткам сейчас играют. Взяли в фиксе сок. И заехали снова за суши. Вчера брали 3 лотка, сегодня целых 4. Сейчас уже будем обедать. Ух ты! Владик, не этим полотенцем стираются. Маме подвиски, мама руки вытереть. Такое ощущение, что у нас сейчас будет ливень. Вот, а я вам хотела показать. Вот этот таз из фикс прайса. Взяла за 77 рублей. Заменила старенький, маленький. В него удобно наливать водичку, мыть ручки. Видите, тут вытирать, потому что дети бесятся. Все в мыльных пузырях. Помыли ручки, ножки. И частенько водичку налили снова в тазик. А этой водой полили цветочки. Мои любимые. Там у меня пиончик растет. В общем, красота. Владюха у бабушки кабачки полил. И теперь поливает огурчики. Да, Владик? Да. Ливанул дождь, пришлось включаться, начали. Едем домой. Сегодня встали пораньше, Владюшу в садик отвели. И приехали с Максом погулять по городу. Полюбоваться вологодскими красотами. Сейчас выпьем кофейку, покушаем мороженого. И помчим на дачечку. Пожалуйста, всего доброго. Спасибо. С Максом по магазинам походили, всего накупили, покажу уже дома. И мороженку есть. Сахарновато, вкус у него тут манго, разные шарики. Прикольно. Чаек и вот такой фалафель вегетарианский. Погуляли с Максом, покажу наши небольшие покупки. Во-первых, вот такие сандали взяла мелкому. Стоили они почти 1000 рублей, 919 в дешевом магазине.
Удобно, в принципе, бегать нормально, на даче тоже просто идеально, потому что свои сандали Макс потерял, точнее, одну. Вот как можно умудриться потерять одну? Короче, Максим может. Папе носочки в белые кроссовки взяла, 6 пар. Макс себе навыбирал носки, типа Nike, там Supreme, Adidas, все дела, в общем. Вот такой ребенок не стал брать, просто белый, надо какие-то с надписями. Шортики на дачу взял, 2 пары. Наушники, Bluetooth, беспроводные или как там они называются. Зарядку еще взял. Такая головка отдельная и провод, потому что что-то у него все ломается, хотя мне кажется, уж на телефон новый, но пока взяли только зарядку. Так что вот, погуляли мы сегодня не слабо, и вроде что-то и из одежды купили, и покушали, оставили, наверное, короче, даже не буду считать сколько. Ну, хорошо погуляли, хорошо. А в парке ветеранов новые карусели, блин, вообще круто. И стали продавать тырдельник. Я такой в Чехии ела. Смотрите, красота. С корицей Макс будет кушать. А у нас снова идет обучение. Вкусняшки, вебинар. У меня сегодня чаек облепиховый. Новые ноготочки сделала. Фламинго. Цветочки. Розовые, блестящие. Все, как я люблю. Сейчас выпью манговый смузи. И уже помчу делать губки. Я на дачечку приехала. Буду сейчас завтракать. У меня такой сливочный сырок с ветчиной и оливочки. Лицо все отекшее. Губки я делала. И что вы думаете? Я сейчас буду кушать соленое. Так что вообще губы будут на пол лица. Придется на такси домой ехать. Я не на двух автобусах. Так чувствую. На заднем плане, кстати, Максим хрустит вкусняшками. Мы на даче. Черешню кушаем. И готовится уже у нас тут шашлычок. Свиные ребрышки. Второй день на даче. Сейчас заварила вкусный мятный чай. Будем пить. Перед сном на дачке у меня был мятный чаек. А сейчас насобирала листьев смородины и хочу сделать ванночку для ног. Подсела на такие спа-процедуры. Дома с маслами делаю, с солью, со скрабиком. А на даче со свежей травкой. Дача, день 3. И снова шашлычки. У нас сейчас будут шашлычки. Макс отпишился. Макс. Посмотри, у меня не сырая. И у меня не сырая, видишь? Посмотри. Вечер вторника. Мы зашли в кальянную Самир. Полусладкое винишко, мороженое. И ожидаем кальянчик. Вот уже и кальянчик принесли. А нам принесли вкусняшки. Вкусняшки. А мы сегодня с Максимкой ходили в библиотеку. И купила ему 2 читательских дневника. Потому что, видите, они какие-то такие тонюсенькие. В прошлом году были более толстые, мне кажется. Ну, в общем, взяла 2. Думаю, второй будет не лишним. Купила вот такие заколки недавно, вам показывала, похожие у меня были, и одна сразу же сломалась, поэтому я вот приобрела, но немножечко другой дизайн, тоже очень красиво смотрятся такие. Сейчас покажу вам как-нибудь поближе. Они в этом сезоне, вы знаете, модные. Так, как бы, вот, смотрите, какая красота. Очень нравится. Папе купила шнурки, носки, себе, конечно же, очиститель стекол, почти 300 рублей, и вот такие тапули купила. Недавно покупала босоножки, они у меня уже сломались. Все-все-все отклеилось, поэтому взяла, вот мне кажется, эти более крепкие, такие красивые. Вот, но единственное, я хотела бы на платформе, а тут получается очень тоненькая подошва, но красивые.
Согласитесь, стоит недорого, рублей 600. Тут уже Владик прибежал. Что, он уже все съел киндеричка? Покупала вкусняшку, чтобы снять это двухминутное видео. И нет, все, Владюша уже все скушал киндер и сейчас уже требует моего внимания. Так что еще увидимся. Пока Максим у офтальмолога. Мы с Владюхой занимаемся. Крошки, смотрите, какие розы подарил мне сегодня муж. Это было так неожиданно и от этого очень приятно. А нам подарили вот такую красоту на праздник. И тут еще и конфеты. Обожаю, когда ручная работа. Сейчас вам покажу. Так, видите, написано город Городец. Ручная работа. И фамилия, имя автора. Так что у нас будет новая конфетница. Доброе утро. У меня сейчас будет чаек с конфетками. Кстати, чай купила вот такой. Куртис, мандарин и грейпфрут. Попробуем. В очередной раз у меня закончилась вот такая угольная маска скраб. Очень ее люблю. И я по акции со скидкой купила новую упаковочку. Правда, скидка небольшая, 10 рублей. С 540 рублей это как бы не особо скидка, но я ее покупаю за любую стоимость, даже если она будет дороже, потому что эффект как после чистки. Сегодня с утречка сходила в Виту, забрала результаты кардиограмм и зашли в Бургер Кинг. Себе взяла сырнички, капучино. Макс взял себе воппер и ждем картошечку детям. Вот уже и принесли вкусный завтрак детишкам. Зашла в гости к девчонке. Но в соседнем офисе от офиса Nail International как раз у меня покупочки были. И себе кофе взяла. Заскочила к ней. Будем сейчас пробовать. Тут шоколадный с корицей и с ванилькой. Смотрите, какую вкусноту мне привезла сестра. Она сегодня в Ярославль уезжала, я с племяшками сидела. И вот такой презентик меня ждет.